И он же делает что? Он пытается выстроить ось зла. Ось зла в интересах России. И именно он является ключевым элементом в этой оси зла. Это Москва, к сожалению, мой родной Минск. Это Тегеран, это еще к этому Пхеньян, Северная Корея. И возникает вопрос, что будет делать Пекин. Будет ли он в этой оси зла? Как поведет себя, например, глава Китая на встрече с Путиным? Что он будет говорить, если будет эта беседа президента Украины? Но мы прямо на наших глазах видим выстраивание этой оси зла. А эта ось зла имеет одну цель. Это помощь России, помощь в войне против Украины и украинского народа.